Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим штатную камеру заднего вида от компании Falcon для автомобиля Lexus модель CT200. Артикул данной камеры SC92HCCD170. Поставляется она в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию камеры. Так, здесь находится вот такая вот камера. Отдельно есть плафон для подсветки номерного знака автомобиля, ну и снизу камера. Камера полностью из пластика, герметично заклеенная, пыль, влага защищенная. Угол обзора 170 градусов у данной камеры. Устанавливается она вместо плафона подсветки номерного знака штатного. Подключается она на питание 12 вольт через разъем, отдельно подключается провод. Также имеется видеовыход данной камеры. Здесь у нас документация, это гарантийный талон. И также инструкция с характеристиками камер. Вот. Далее удлинитель видеосигнала 5-метровый имеется. Также кабель питания, который подключается на питание 12 вольт. И двухсторонний скотч для закрепления камеры в посадочном месте. Так, сейчас мы камеру подсоединяем к монитору, на питание подключаем и смотрим, какое качество изображения она выводит. Так, камера подключена на питание и к монитору. Видим изображение с нее. На камере есть парковочная разметка для удобства парковки. Также разрешение камеры 640 на 596 пикселей используется. В камере матрица идет HCCD, одна из лучших на данный время для камер заднего вида. Поддерживается также система NTSC. И минимальная освещенность нужна в темное время суток для нормального вывода изображения для данной камеры всего 0,1 люкс. Ну и угол обзора, как я уже сказал, 170 градусов. Ну, в принципе, это видно на мониторе. При покупке данной камеры на нее распространяется также гарантия, дополнительные характеристики и стоимость камеры вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.